Звучит предупреждающий сигнал. Движение через железнодорожные пути всем транспортным средствам запрещено. Сегодня на переезде Кунцево-Усово работают сотрудники РЖД. Очередной рейд, который должен напомнить водителям основные правила. Пути это вам, чтобы вы читали, ознакомились и были более бдительны и внимательны при пересечении железнодорожного переезда. До свидания. Листовки, транспаранты и даже викторина на знание правил переезда железной дороги. В борьбе за безопасность участников дорожного движения все средства хороши, считают в РЖД. Несмотря на положительную динамику, аварий стало на 20% меньше. По сравнению с прошлым годом, расслабляться нельзя. Сегодня наша задача состоит в том, чтобы достучаться до водителей, еще раз напомнить, что переезд – зона повышенного внимания, что проезд через переезд нужно соблюдать все требования, которые предписывает ПДД, объяснять друзьям, коллегам, соседям, родственникам, что переезд – зона повышенной опасности и что запрещающий сигнал – это дает право только на остановку. Никаких дальнейших действий не должно быть. Мысль «проскочу, успею» – пожалуй, одна из самых распространенных причин аварий с человеческими жертвами на переездах. Агитинформация для многих водителей, разумеется, не новая, но очень важная. Профилактическую работу водители оценили. Неправильно, да, на самом деле надо соблюдать всегда, потому что здесь самое опасное место, тем более поезда проезжают, поэтому лучше осторожно быть. Это правильно. Как считаете, такие акции важны? Да, важны, потому что люди, когда получают права, и чтобы соблюдать, далее то, что железнодорожный приезд также может унести чужие жизни. За 4 месяца текущего года на сети железных дорог произошло 67 дорожно-транспортных происшествий. 41 человек пострадал, 20 погибли. 6 июня объявлено Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Цель одна – предотвратить трагедию. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».